Всем привет, мои дорогие! Сегодня будет и новинки, и не новинки, и повторные заказы. В общем, давайте смотреть все, что я заказала. Итак, это я уже для вас показывала в каких-либо из предыдущих обзоров. Это у меня повторный заказ, и это не мое, а этот массажер у меня заказали люди. Массажер клевый, классный, улучшает циркуляцию, довольно-таки жесткий. Артикул 910-394. Не буду заостряться. Далее, опять-таки, у меня заказали сумочку. Артикул 910-358 открывать не буду. Тоже уже ее открывала. Это что-то типа органайзера. Дальше у нас идут салфетки универсальные по распродаже. Вот давайте посмотрим, когда вы заходите на сайт Faberlic, тут есть три полосочки. Катите вниз, и вот она распродажа. Нажимаете на распродажу, нажимаете тут от самого дешевого к самому дорогому, и вот тут как раз таки идет вот эта вот та самая распродажа. Наклейки тут для ногтей есть, и все такое прочее. Давайте-ка сделаем потемнее, чтобы вам удобнее было видно. Всякие наклейки и так далее. И вот эти салфетки я тут заказала, видите, по 73 рубля. Это салфетки с антибактериальным эффектом. Вот эти салфетки я в прошлый раз очень много заказала. Они мне нравятся безумно классно. Ну и различные тут батончики, дезодорирующие бальзамы, детские салфетки. В общем, куча-куча мала всего. Кстати, детские салфетки закончились, почему бы их не взять? Дайте-ка я добавлю. Вот видите, подписано Сале. Такая вот распродажа, поэтому смотрите, тут много страниц, можно эти страницы листать, нажимать, а показать еще, и вам тут выйдет еще целая куча. Тут есть и колготки, и одежда, если подороже, туши какие-то, шоколад, ну, много-много всего, поэтому смотрите, вот шампунь 133 рубля, очень классный шампунь, и ценник, я считаю, недорогим. Это очень крутой ценник. Ну все, давайте побежали с вами далее. Что хочется сказать вот про эти салфетки. Артикул 115-50, они действительно классно все убирают, прибирают. Любое загрязнение, еще чего-то, все очень хорошо оттирают. Вообще прям безумно великолепно. Далее заказала все цвета, поэтому будем с вами смотреть. Заказала еще раз такое вот зеркало. Артикул 910-333, хотела взять 5 штук. Люблю дарить что-то прикольное, оригинальное. И я таких зеркал не встречала в магазине, чтобы еще вот это вот дополнительное зеркальце, еще и на присосках. Хотите, пользуйтесь, хотите, нет. Но пришло одно, потому что, ну, не переправила я в корзинке. Что еще из неновинок, это кетчуп классический, тоже был по распродаже. Кетчуп вкусный, классный, артикул 160-50. Очень расстроена, что на сайте больше нет майонеза. Кто знает, дайте совет, будет, не будет майонез. Далее из новинок артикул 910-374. Миска для котика, такой же послала у сестры. Котику такую же мисочку Faberlic. Ну, прикольно. Знаете, чем она мне понравилась? Во-первых, она тяжелая. Кошка будет кушать, она не будет ею по полу катать. Вот это важно. Хотя тут ничего нет прорезиненного, но у нас такой, знаете, коврик прорезиненный. Миска стоит, она реально такая, знаете, тяжеленькая. Во-вторых, она большая, кошке удобно. В-третьих, вот сколько бы я чего туда не накладывала, не насыпала, ничего мимо не высыпается, потому что у нее очень крутые стенки и прям великолепно. Я довольна этой миской, и даже предыдущие мисочки хочу убрать. Дальше вот такой шампунь, он тоже был по распродаже. Я люблю этот шампунь, и вот именно этой марки еще бальзам для волос, не бальзам, а маску для волос. Артикул 8362, шампунь для активного питания с аминокислотами. Очень мне нравится. Давайте с вами посмотрим консистенцию. Это мне, я могу открыть, показать. Запах сладковатый, мылится классно, очищает волосы классно. Из неновинок еще. Тоже был в распродаже. Артикул 89-70, 50 мл. Это я заказала свекрови ухаживать за волосами после мытья головы. Он идет для питания и восстановления, для смягчения разглаживания и для шелковистости и блеска. Его надо абсолютно чуть-чуть. Ну, как вы видите, вот его консистенция. Это такая эмульсия. Вот ее нужно немножечко, по ручкам распределяете, что-то какое-то вот такое маслице, и наносите на свои волосы, и в принципе за счет этого по волосам идет уход. Здорово, классно, 89-70, 50 мл. Был в распродаже, поэтому его может и не быть в наличии. Далее, на радостях назаказывала вот этих всех штук дрюк, это мы смеялись с мужем, он их назвал «Держи, говорит, свои штуки-дрюки». Ну, что могу сказать? Честно, сейчас увеличу.
Не понравились мне эти щипцы, честно вам скажу, они не так щипают, как я бы хотела, хотя в принципе они щипают нормально. Ну вот сейчас у меня прошла уже неделя, К2-Д3 я уже не пью, и вот вы знаете, очень сложно. Вот они, видите, и вот жди, пока он обратно раскроется, он его заедает. Я вот так вот нажала и жду, пока его разъест или руками делаю. Вот это первый момент. Второй момент, ну невозможно убрать чисто такими вот здоровенными кусачками, в принципе. Ну вот, допустим, ногти ребенку, ну, удобно подстригать, но разве ж ногти ребенку я подстригать это все дело брала. Я еще на радостях набрала побольше. Не могу сказать, что я их могу рекомендовать. Неплохие, но не совсем вот прям такие супер-супер удобные, супер-супер маленькие для того, чтобы вот действительно ухаживать за кутикулой. Артикул 910-390. Израсходуем с удовольствием, все нормально. Тут еще такая вот, видите, насадочка, которую я, конечно же, потеряла. Что вот брать с собой удобно? Нет. Как бы это не совсем то, что я хочу. Ноженки. Тут есть лопаточка, есть ноженки. Обычно как делают мастера маникюра? Значит, ноженки идут с артикулом 910-389. Они отодвигают кутикулку. И потом вот эту вот кутикулку идут, срезают, обрезают. Ну вот, что могу сказать? В принципе, нормально, но вот это вот место, оно слишком толстовато и сложно. Хоть и качество хорошее, но действительно обрезать сложно. Я бы сказала, тяжело вот это вот все дело обрезать, но нормально режется. Ну, для особо чувствительных людей, прошу прощения, кто не любит, когда вот так все обрезают, это вот дело смотреть, я уже насмотрелась. Ноженки зачетные, хорошо очень подстригают детские, ручки, пальчики, ножки. Лучше бы майонез вернули, грубо говоря, но ноженки, то, что я купила, не пожалела. Ноженки суперские, 910-389. Вот чтобы с собой брать эту красоту, не хватает чехла. Далее, это у нас с вами идет пушер для маникюра, 12,8 сантиметров, артикул 910-388. Вот такая вот штукенция, очень интересная. Мне кажется, нормально вот кутикулку отодвигать. Тут как раз мы ее отодвигаем, потом ноженками срезаем, и должно получиться красиво, аккуратно. Но ноженки толстоватые, щипцы тоже толстоватые, поэтому не всегда будет хорошо. Сама вот эта штучка, в принципе, достойная и очень удобная, такая, какая надо. Но попробуйте-ка вы подцепить, если что-то вот не в порядке с кутикулой, подцепить его будет очень сложно, вот этот накоточек. Я специально даже подождала, пока у меня будет кутикулка, потому что они мне пришли в этот же день. Я уже сидела на маникюре, они мне вот в этот день пришли. Я думаю, надо хоть пол помыть, посуду помыть, что-то поделать, чтобы, ну, кутикула появилась. В общем, такая вот у меня ситуация. Ну и следующий момент. 910-391, пилка для ногтей металлическая с триммером. Ну, сейчас посмотрим, как она пилит укрепленные ногти. Ногти у меня свои пока что, нарощенных нет, но бывают моменты, что приходится наращивать где-то какой-то один накоток, если сломался. Тут такая вот штучка, это что-то типа дорожного варианта. Ну, давайте попробуем. Ну, что-то она как-то, не могу сказать, что прям круто убирает, но в принципе убирает. Вот тут вот есть, давайте. Ну да, убрала, хорошо срезала. Ну, нормально, но я такими штучками, если честно, не пользуюсь. Ну и вот тут у меня пошла отслоечка, как вы видите, и между отслоечкой и этим делом уже начала образовываться грязь, которая не смывается. Вот давайте и посмотрим на отслоечке, как оно будет себя вести. Отслойка сильная, маникюру всего неделя, поэтому что-то мастер меня в этот раз, что-то не то у нас не получилось. Что получается всегда. Ну, в принципе, даже такие ногти нормально. Смотрите, ни грязи нет, ничего. Все подпилило идеально и накоточек выровняло. Жесткая получается пилочка. Хорошо пилит. Ну, как дорожный вариант, вполне даже достойная. Я почему-то настраивалась на разочарование, если честно. Пилок профессиональных у меня куча, и могу сказать, что хорошо пилит, но насколько ее хватит и сколько она будет тупиться, я не могу сказать. Пока что не могу сказать, но пилит довольно хорошо. Пилит и подравнивает. Я даже удивилась, ребят. Достойная вещица. Посмотрите,
как хорошо выровняла накаточек. Вот тут у меня отслоечка была, и вот тут вот все уже такое грязное было, и мне не нравилось. И я прям спокойно при вас все подровняла, и все убралось. Ну, прям великолепно, я бы сказала. И покрытие не повредило, и неровностей никаких не оставила, ровненько так все. Удивлена, удивлена. Никогда бы не думала, что железная пилка может быть классной. Так, дальше магниты. Повторная коллекция 910-369. Тоже уже показывала, показывать не буду. Коралловый кальций. Во всех моих пустышках фигурирует. Закончился. Я также взяла, по-моему, 15 или 20 штучек. 157-30. Вот. Дальше. Вы меня немножко поругали. Что это такое, Анна? Почему кремы вы не распечатали и не показали? Вот, девчонки, правда, грешна. Сегодня покажу кремы, распечатаю. Кому они нужны. Далее вот такая сумочка. Ну, я уверена, что мне ее заберет дочка, потому что мне такую сумочку особо не нужно, но я знаю, кому она нужна. Поэтому я ее заказала. Тут она идет на пластмассовой застежечке. Все хорошо, здорово, классно. Она длинная. Длина у нее тут регулируется. И на стройняшек, и на полненьких девчонок подойдет. Расстегивается, застегивается она тоже легко и просто. На такую обычную пластмассовую застежечку. Ну и тут раз, два, три, четыре кармашка и одно большое отделение, которое застегивается таким образом. Также ее можно повесить, или это для украшения, я так и не поняла. Вполне нормальная, вполне достойная вещь. Так, забыла сказать, у нее артикул 910-398, размер 35,5 на 12 сантиметров. В принципе, достойная вещь. Побежали к этой вот линейке. Честно сказать, я над этой линейкой немножко в шоке. Действительно, у этой линейки есть какой-то такой мгновенный результат, когда вы наносите на лицо, и сразу какая-то, вот знаете, свежесть. Может быть, молодые девушки не увидят, но я вот уже скоро 39 лет, ну, уже можно сказать 40, и я прекрасно понимаю разницу на своем лице, когда я вижу, когда я нанесла этот крем и когда не нанесла. Конечно, толстый слой крема, если вот это первый слой, допустим, ночной или дневной крем, второй слой, получается, иногда скатывается. Сильно толстым слоем его нельзя наносить, особенно если перед макияжем и сверху тональный крем. Итак, начнем с кремом для век. Линейка понравилась, я думаю, все уже успели про нее почитать, мне же хочется о ней оставить отзыв. Морщинки быстро уходят, если наносить по массажным линиям, то за пару дней у меня морщинки все исчезли. Аромата я как такового особо не чувствую. Он такой, знаете, свежий, легкий, приятный. Наносится хорошо, впитывается мгновенно, быстро. Чувствуется мощное увлажнение. И вот даже сейчас на руке я уже начала видеть разницу. Хотя это только еще кремушка для век. Никакого там у него светоотражающего эффекта. Ничего вообще лишнего нету. Довольно такая средней густоты консистенция, которая обеспечивает реально мгновенное увлажнение на всех уровнях кожи. Стоит эта вещь своих денег. Мне очень понравилось. Далее, вот этот гидроконцентрат для лица с 1,5% гиалурона. Вот такое чувство, что мне его не хватало. Потому что, когда я вот пользовалась линейкой Van Wyck Miracle, она у меня недавно закончилась. В этих пустых баночках, следующих она будет. Я о ней буду рассказывать подробнее. Она мне вначале безумно-безумно понравилась. Но потом я поняла, что кожа наелась. И вот уже последнюю неделю, когда я пользовалась Van Wyck Miracle, я чувствовала, что кожа уже говорит: хватит, дай ничего-нибудь нового, дай другого, дай попить, дай поесть. И вот как раз, когда я в Нижний Новгород взяла с собой вот эту линию, мы ездили на форум, видите, это такой вот прозрачный гель, и он очень быстро впитывается, прям мгновенно. Я взяла с собой вот этот гель, дневной крем, ночной крем, и я прям почувствовала, какая свежая рука, как здорово. Честно скажу, в Нижний Новгород мы ездили на форум. Форум классный, зарядились на ура. Ребят, кто не ездит на форум, много теряет, потому что там именно заряд, именно толчок. 28-16 у гидроконцентрата. Ой, я сказала ли я 28-18 у геля для век. И вот, честно сказать, я как-то вот была в шоке, потому что, ну, реально разглаживается кожа. Каким-то образом она разглаживается, и причем не мгновенно за 2-3 минуты, а минут так за 15-20 она начинает приобретать такой свежий, приятный цвет лица. Я думаю, блин, ну вот не прыщики бы. Вот эта вот вся ерунда, да, на моем лице возрастная, можно было бы так пойти.
Вот знаете, такое приятное ощущение, когда ты без тоналки хочешь выйти на улицу, потому что, ну, нормально так выглядишь. Ну, прикольно. Конечно, достойная линейка, достойная серия, достойна даже подарка. Вроде бы как она не супер круто дорогая, но она достойна подарка. Далее, ночной крем. Он довольно-таки жирненький. Я им когда пользовалась, конечно, поняла, что много его наносить не особо нужно. Если его вы нанесете толстоватый слой, видите, он как маська. Мажется, мажется, мажется. У нас вот кремы в бесе такие появлялись, что вот они наносятся, наносятся, наносятся. И потом бац, и растаяли, и все. И вот, в принципе, я довольна. И вот когда верхний слой гидроконцентрат, потом гиалуроника, крем ночной, так, артикул 28-22, получается действительно эффект крутой. Что мне понравилось, то что это ночной крем, он реально с легкой текстурой, но я чувствую, что он питает, мне его хватило. Ну, я думаю, прям видно по руке, как уже пошли изменения. В начале рука какая была и сейчас какая она, ну, прям не сравнить уже. Я не знаю, как он так разглаживает, вот этот легкий аромат, в общем, все понравилось. Ощущение стянутости, сухости у меня постоянно, морщинки мелкие тоже куда-то все делись, шея как будто вот помолодела, ушла вот эта дряблость. Ну, приятно, хотя я еще пользуюсь неделю, но у меня такое ощущение, что вот именно этого не хватало. Все равно мы, как бы нам не нравилась какая-то линейка, все равно мы должны менять уход за собой, потому что человек кушает и фрукты, и мясо, и рыбку, и крупы, и так далее. Почему мы одной линейкой можем там 5 лет подряд пользоваться, но я считаю, что это неправильно. У меня линейка заканчивается, я тут же начинаю новую. Дальше гиалуроника 2817 Days Face Cream. Дневной крем. Он такой, видите, уже немножечко течет. Он более такой вот консистенции жиденькой. Но вот если его наносить чуть-чуть, не сильно много, он у вас не скатается. Если вы его нанесете много, то, ну, тяжело будет сверху наносить тональный крем, если честно. Вот такой вот он какой-то вот прям сильно питательный. Ну, если вы дома на выходном, вообще без разницы до лампочки. А вот если перед каким-то мероприятием, я его уже на второй день не стала наносить. Я просто сделала маску для лица, чтобы выровнять лицо и на нее уже наносить. Далее, мои любимые патчи. Завтра буду делать макияж, поэтому завтра придет мне завоз косметики, но на момент съемки этого видео. Поэтому даже можно распечатать. Они довольно-таки большие, классные. Это у нас идут укрепляющая маска патч. Они подтягивают кожу вокруг глаз, разглаживают мелкие морщины, способствуют уменьшению отеков, темных кругов под глазами, придают коже тонус, снабжают дополнительной энергией, содержит экстракт растения гинго белоба, который обладает мощным антиоксидантными свойствами, улучшает микроциркуляцию, оказывает противоотечное действие. В общем, 1089 это мой фаворит. Если я куда-то собираюсь, я с собой эти патчи беру. Их удобно с собой брать, потому что вот они в пакете лежат. Например, вот такие с собой не возьмешь, такую коробищу, там на 3-4 дня, к примеру. А вот таких 3-4 пачечки на всякий случай возьмешь. Ну, и обычно, если у нас несколько дней мероприятий, я трачу, допустим, в день по пачке. И вот с утра, прежде чем делать макияж, давайте с вами посмотрим. Вот он такой вот, видите, гелевый, приклеивается, чувствуется такой явный сильный холод. Ну, прям не то, чтобы глаз там мерзнет, нет, конечно, но чувствуется вот эта вот прохлада, вот это вот охлаждение. И очень сильно чувствуется вот это вот действие и разглаживание. И я пока делаю макияж глаз, где-то, может, тени осыпались, где-то еще что-то, это все остается на патче, что мне нравится. Кто-то делает воздушную такую штучку из пудры, пушку, как ее называют блогеры. Вот я же люблю именно патчи. И потом патчи убираете, и, в принципе, все. После патчи желательно хотя бы пару минут подождать, не наносить сразу ничего, ну, подождать, пока вот это вот действие закончится, вот это увлажнение, да, впитается патчиков, и через 2-3 минутки снова начинаете делать макияж. Штука прикольная. А вот эти патчи я наношу дома. Они тоже идут, гидрогелевые патчи, вокруг кожи глаз, артикул 0916. Они идут для нежной, тонкой, чувствительной кожи вокруг глаз, эффективно увлажняют, разглаживают. Вот их я дома, если открываю, единственный у них минус, у них срок годности у открытых 1,5 месяца всего. Вот вы вскрыли баночку, и вот видите, 1,5 месяца вскрытая баночка. Это очень мало. И, конечно, лучше их хранить в холодильнике, но я в холодильнике храню редко, но вот скоро будет лето, жара, понятно, будет холодильник. Классно сработали, ну, как вы
видите, второй раз бы я не заказала. Я их заказала с 70% скидкой. Очень эти патчи люблю дарить. И вы знаете, потом люди говорят: Аня, у тебя еще эти патчи есть в наличии, можно у тебя взять? Я говорю: ну давай закажу. Я много не заказываю, запасников особо у меня нету. Единственное, чем я запаслась, как вы видели, это кошачьим кормом, потому что кошка тогда меня съест, если я им не запасусь, если вдруг на сайте Faberlic его не будет в связи с различными санкциями. Ну и давайте с вами посмотрим вот эти все карандашики. Так, карандаш для губ. Значит, будут все карандаши для губ у нас сейчас. Вот что скажу про карандаш для губ. Обычный такой карандаш. Вот я его вскрывала. В принципе, немало так этого пустого места. Это обычный карандаш для губ. И вот что хочу сказать. Он не какой-то там суперстойкий, еще что-то. Он такой вот, видите, простой. Артикул у этого оттенка 40932. Я не помню, показывала я его или нет. Ну, такой вот, знаете, медовый. И я не могу сказать, что он замерзает. Он не замерзает. Он как бы, знаете, вот как обычный карандаш. Ничего такого прям суперского нету в нем. Далее, автоматический карандаш для губ 40934. Это карандаши, которые не нужно точить. И у меня вообще создалось впечатление, что это те же самые карандаши, что в стике, в обычном, которые вот у нас недавно от Glam Team тоже вышли. Просто их не нужно точить, они удобнее в использовании. Ну да, действительно классно. Далее, значит, идет артикул 931. Прям при вас все раскрываю. Карандашам для глаз у меня есть небольшие нарекания, поэтому смотрим дальше. Очень красивые такие вот оттенки. Карандаш для губ очень приятный, кстати, розовый такой, нежный розовый. Он коричневым не отдает, как видео врет. Он очень нежный, красивый розовый оттеночек. Так, это, наверное, тоже для губ. А вот на этот я уже делала обзор, видите, он уже такой более тупой. А я где-то в каком-то из роликов уже про него снимала. 40933. Ну, для сравнения нарисуем пару штришков. И далее карандаши идут для век. Ну, во-первых, вот такой вот светлый очень карандаш. Это тоже для губ. Я подумала, это для век. Ну, давайте для губ 40930. Ну, вообще. Ну, такой еле-еле, можно сказать. Дальше для глаз все-таки пошло. Автоматический карандаш для глаз. Вот я его наносила. Артикул 5823. Немножечко как бы разочарована, потому что карандаши обычные. Я нанесла на веко, походила. И, ну, где-то, может быть, через полчаса, в связи с тем, что у меня веко тяжелое, он начал, ну, отпечатываться сначала на верхнем веке, потом размазываться, потом вообще ушел. О чем я сейчас говорю? Это обычный карандаш, вот прямо наиобычнейший карандаш, который нужно закреплять тенями. С тенями он держится долго, очень хорошо, очень качественно. И можно сделать классную растушевку, классную подложку под стрелочку растушеванную. Это действительно хороший обычный карандаш. Не такой вот, как вот у нас с вами есть лайнеры стойкие, которыми вы подвели. Есть блестящие, есть обычные. И вы ходите с этой стрелочкой целый день. Нет, это обычный карандаш, который может размазаться, если его ничем не закрепить. Ну, хорошие такие карандашики. 5826 карандаш далее идет. Красивый очень синий оттеночек. Великолепный такой вот. Видите, он не такой вот яркий, не такой вот насыщенный, как бы хотелось. Прям такой вот скромненький, такой светло-синий. Не супер прям синий, темный. Далее карандаш для глаз 5825. То есть обычный такой вот серо-коричневый. Очень, кстати, достойный, красивый цвет. И для бровей он тоже подойдет. И последний оттеночек для глаз 5824. Им я тоже уже побаловалась, поподводилась. 5824, вот такая вот красота. Насыщенный такой вот коричневый. Очень хорошо делается с ними растушевка. Все великолепно, все здорово. То есть это не лайнеры, это именно обычные карандашики. Прям обычные. Дальше поехали с вами. Вот хочу похвалить такую вот ночную маску для лица антиакне. Заказала ее, потому что на подбородке бывают проблемы, прыщики. И когда ее делаешь, действительно проходит. Артикул 0593. Она помогает сократить существующие элементы акне и предотвратить появление новых. Уменьшает гиперпигментацию, образование комедонов. Регулирует работу сальных желез, сужает поры, способствует выравниванию. Но это одна из кучи. Там есть шейк-лосьон, там есть вообще целая как бы линеечка. Вот это доктор Кор. Действительно крутая линеечка, я бы вам сказала. Мне она понравилась. 0,5-93 артикул. Рекомендовано для комбинированной жирной склонной к проблемам кожи.
так как моя кожа не жирная, я могу после душа просто вот на подбородочек нанести, где у меня вечно проблемы бывают. Способ применения у нее я так и не поняла какой, потому что тут не написано. Но я просто вот в душе в ванной наношу, так как это маска. Наносим ежедневно перед сном на предварительно очищенную кожу лица и не смываем. Ну вот я также вот на подбородок нанесла. Утром встаю, а прыщики все подсохли. Думаю, ничего себе, какая штукенция. Крутая штукенция. Она идет, знаете, вот обычная беленькая. Давайте я ее вскрою, это я для себя заказала. Ну и даже если бы и для старшей дочки заказала, она прикольная. Такой вот, как бы, кремушка-мазь. Очень такой плотный. Действительно похож на мазь. И вот таким образом наносите. Запах у него, ну, практически никакой. Свеженький какой-то есть, приятный. В общем, действительно помогает. У кого вот есть проблемы с кожей. Ну, понятно, что это нужно искать проблему внутри организма. Я всегда это говорю, что нужно искать проблему внутри организма. Далее, вот не помню, делали ли обзор на бальзам для губ SPF 10. Очень хорошо питает, но посмотрите, сколько я израсходовала буквально за неделю. И посмотрите вообще на него, он очень мягкий, он до такой степени, вот видите, тут есть уголочек, я сейчас этим уголочком повожу, и уголочка не станет. Он до такой степени мягкий, классный, у него есть какой-то такой приятненький, еле ощутимый аромат, еле ощутимый вкус даже есть. В общем, понравился, 29,80, вот с SPF 10, прям рекомендую, попробуйте на жару. Далее меня поругали, что я не показала консистенцию. Гель для тела после загара, охлаждающий, артикул 2785. На сайте Faberlic было написано, что он не видоизменился, и поэтому я на него не стала супер обзор снимать. Написано, что была поменена только упаковка. Что прям точно-точно такие же новинки, точно-точно такой же он классный и все такое прочее. Потом же, когда я стала на сайте подробно читать, оказывается, он с улучшенной формулой там идет. Ну, вы можете тоже зайти на сайт почитать. И вот эта вот улучшенная формула, да, действительно, холодит так, довольно так их приятненько холодит. И вот эта вот улучшенная формула будет справляться очень хорошо со всем. Она распределяется по коже легко, охлаждает, впитывается. И получается абсолютный комфорт увлажнения после пребывания на солнце, питание, смягчение. И гладкая кожа без сухости, шелушения, чувства стянутости. Вот знаете, она для чего нужна? Тут идет кислородный комплекс, алоэ вера, особенно после бассейна. Вот не так, как после моря, но после бассейна. Это просто что-то с чем-то. Как у меня вот лично сохнет кожа. Сохнет кожа у моего ребенка. Поэтому, мне кажется, вот это прям жизненно необходимо. Следующая штучка. Видите, как все у нас запаяно круто. Кстати, я так ногти хорошо подпилила. Я до этого так вот не могла, например, легко подцеплять и открывать. Как сейчас подцепляю и открываю. Следующая штучка у нас вот такая. Ой, какая-то у нее тающая текстура. Интересная. Ну, давайте посмотрим. Смотрите, прям какая влажная. Видите, потекла. Очень приятное ощущение, сказала бы я вам. Так, 100 мл. Яркий аромат ментола. Артикул 2784. Молочко для тела после загара. А это что? Гель для тела после загара. Так, вот гель, вот молочко. Хорошо, видите, потекло прямо. Кислородным комплексом, маслом чайного дерева, витамином Е и алоэ вера. Ну, в общем, кому что нравится, я так понимаю. 27,84. Ну да. И вместе очень приятно. Я только хожу, руки мою. 8 раз за обзор. Так, дальше что у нас с вами идут? Вот кремы, дорогие мои, ну, они практически все одинаковые. Очень сложно между ними вообще найти отличия. Вот в прошлой линейке, по идее, было так. Я даже по плотности особо не замечала, что будет, что не будет, какие изменения, что к чему и как. И вот тут, мне кажется, будет то же самое. Вот, например, SPF 50 какой супер плотненький, такой вот светленький, получается при нанесении. И вот, например, давайте возьмем SPF 15. SPF аромат сладкий, вкусный очень, нежности такой сладкой, 27,80. А вот этот 27,78. Они тоже все идут ухаживающие. Он не просто SPF, он еще и не просто защищает, он тоже идет ухаживающий. И причем он защищает от всех спектр излучений. Даже если вы там, допустим, целый день сидите перед компьютером, от компьютера идет излучение, и нужно полагать, какое оно идет, и поэтому им тоже можно пользоваться. Ну и вот SPF 15, точно такой же. Я вот разницы не понимаю.
что SPF 30, что SPF 15, вот на мои ощущения, они одинаковые. Может быть, они немножечко разнятся цвет. SPF 50 более такой желтоватый, а этот более такой светловатый. Вот так вот получается. Видите? И на самом деле они оба наносятся очень хорошо. От прошлой линейки не оставалось никаких следов, ничего. Я уверена, что от этой тоже оставаться не будет. Вот, в принципе, и все. Два крема SPF 30. Два крема SPF 30 тут идет. Один с артикулом 2779. Он идет как легкая, водостойкая и комфортная формула. И второй идет 2783. Тоже легкая, водостойкая формула. Средства защищают кожу от широкого средства и спектра излучений. Ну, все супер. Оба по 50 мл. Это крем для лица солнцезащитный, вот антивозрастной, а это обычный крем для лица. Поэтому разница между ними только в том, что один антивозрастной, другой обычный. Давайте антивозрастной еще крем попробуем. Тоже очень интересно. Конечно же, я хочу антивозрастным пользоваться, потому что все-таки возраст такой. Ну, давайте попробуем еще его. Ну, вот видите, он такой же вот прям белесый, как и вот этот SPF, SPF 15. То есть SPF 30, он чуть-чуть такой желтиночкой, а этот тоже, кстати, очень такой приятный аромат, сладкий очень, классный. Дальше, значит, что у нас идет? SPF 30 Kids, то же самое, все под пленочкой, но я тут протыкала. SPF Kids, SPF 30, но вот нашу, допустим, светленькую викуську, вот плечики мы мажем только SPF 50. Почему SPF 50? Ну, потому что она в меня, она светлая, серые, серенькие глазки. Ребенок очень-очень светлый. И последние две штучки, все, не ругайте меня, я исправилась. Последние две штучки, SPF 15, это идет спрей для тела солнцезащитный. Он рекомендуется для слегка уже загорелой кожи. 150 мл он идет, 2782 артикул. Давайте будем смотреть с вами. 2782. А, он еще новый, свежий. А, ну вот он, видите, такой, как мастер. Такой жиденький-жиденький. Ну, в принципе, такой же был и предыдущий. Он ложится более таким, не таким плотным слоем, как бы вам хотелось, более таким тоненьким слоем, но защита тоже идет. И вот такой вот есть крем SPF 6. Это уже для тех, кто, получается, загорел. Давайте с вами вот этот SPF 6 попробуем. А он уже, видите, он уже идет как маслица. Прям маслица, маслица обычный. Он, мне кажется, и запах у него тоже, как вся линеечка, пахнет. Очень-очень приятно. Значит, рекомендуется для смуглой и уже загорелой кожи. Ну и защита такая вот, SPF 6. Вот. Знаю, кому его отдать. Сама пользоваться не буду, но вот на обзорчик я обязательно его заказала. Ну и давайте дальше посмотрим. Дезодорант для обуви. Ну вот почему я его беру? Потому что он еще и антигрибковый. Ну, на всякий случай. Вот, он идет как для удаления неприятных запахов повседневной спортивной обуви. Придает обуви свежесть, ощущение новизны. Да, все это так, классно. Артикул 115-61. Нам его хватает на очень долго. Это такой вот спрейчик с каким-то таким, знаете, освежающим ментоловым приятным таким вот ароматика. Единственное, что вот я помню, я его как-то набрызгала в кроссовки, сразу надела, и, ну, мне было неприятно. Он там сырой был в кроссовках, этот спрей. А вот если подождать 3 минуты, спрей выветривается, высыхает. Ну, я, знаете, стельку достала и обработала. Попробовать. Ну, вот мне не очень понравилось. Все-таки минуты 3 надо, чтобы он высох, а потом уже одевать. Вот тогда классно. Все классно и все здорово. Ну и последнее, что хочется снять, это артикул 600-763, кепка детская, тоже новинка на моем канале, ни разу этой новиночки на моем канале не было. Размер 54 сантиметра плюс-минус 2 сантиметра, часть, которая регулируется. Тут вот такая есть липучка, и можно прям на очень большую голову, можно прям на очень маленькую голову, смотря какая головка. Вот у нас сейчас вот как раз она вот таким вот образом. По идее, вы знаете, вот кепка как кепка. Прикольная, удобная, классная новенькая кепочка. Давно у нас новеньких кепочек не было. Жалко, что только один вид. А так все великолепно. Отличная кепочка. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кунова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду рада быть вам полезной.